Добрый день, дорогие друзья! Пусть он будет действительно добрым, ведь иначе в эти праздничные дни нельзя, а тем более дни школьных каникул. Добрый день! Как мы соскучились по офлайн-встречам, по живым контактам с аудиторией и, конечно же, по возможности насладиться дискуссией с вами. Но, к сожалению, не все желаемое возможно. Онлайн, дистант. Реалии 21 века внесли коррективы формата общения. И мы, усвоив азы цифрового этикета, привычно будем общаться в сети. Позвольте представиться, меня зовут Елизавета, а в паре со мной... Арсений. И мы студенты факультета истории, коммуникации и туризма. И несмотря на все сложности, мы приветствуем по другую сторону экрана тех, у кого аттестат об общем среднем образовании почти в кармане. Почти абитуриент? Это мероприятие точно для тебя. Кто с нами? Круто. Регистрировались с друзьями? Нет. Тогда срочно сообщите им об этом. Сегодня школьник, а завтра студент. Арсений, снятся ли тебе твоя школа, учителя? Да, Лиза, вот уж знаешь, на самом деле, школу оценишь только тогда, когда промелькнут как мгновенья года. Скучаешь, как и я, по школьным годам, шумным переменам и звонкам. Да, это да, вот уж истина, конечно. Но знаешь, время не стоит на месте, впереди новый путь, новый виток. И, конечно же, новый альма-матер. Арсений, есть в городе Гродно замечательное место, где живут в согласии знания, творчество, талант и молодость. Это Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Большая, дружная семья. Подсчитано, что каждый пятый житель города имеет отношение к нашему университету. Ваши, уважаемые участники, родители, учителя, имеющие диплом Купаловского университета. Братья, сестры, соседи по лестничной клетке, друзья, которые сейчас учатся в университете и его колледжах. И, конечно, наши замечательные преподаватели. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы – это учеба в радость, это лучшие преподаватели, это возможность развиваться – это новые друзья на всю жизнь. Одним словом, наш университет – это университет твоих возможностей. Мы ждем именно тебя, талантливого, инициативного, креативного абитуриента. Мы ждем шумной и дружной компании. После 3 лет учебы в университете я твердо уверена, что Купаловский университет и я созданы друг для друга. Все мои успехи, лучшие моменты связаны с моим университетом. Студенческая жизнь – это не только учеба, но и КВНы, фестивали, конкурсы и турслеты. Да, это точно. Не сомневаюсь, Лиза, что после вот наших новогодних профканикул абитуриенты споют вместе с нами гимн студентов «Годуамус Игитур». Внимание, внимание! Ловите программу профканикул! Обещаем вам 3-дневный марафон интерактива, творчества и индивидуальных маршрутов погружения в мир нашего университета. Вас ждут увлекательные викторины, квесты, квизы, консультации по поступлению и подготовке, встречи со студентами и выпускниками. Итак, 4 января – день знакомств. Распаковав каждый из доступных кейсов, вы узнаете об особенностях образовательного процесса в нашем университете, о том, как реализовать идею в проект и, конечно же, многое о студенческой жизни. И обязательно принимаем участие в активностях, которые мы подготовили для вас. Проверить интеллектуальный уровень можно в рамках конкурсного мотивационного письма-эссе на тему «Почему я поступаю в университет». Ждем ваши работы по адресу электронной почты. А еще встречайте нашего помощника-проводника в мир активностей ProfHDBot. 4 и 5 января можно и нужно поучаствовать в профквизах и квестах. Будет увлекательно и интересно. Никаких скучных монологов, только динамичные и познавательные полезности. И это еще не все. Цитата известного писателя об основной черте современной молодежи – целеустремленности – рассыпалась в наших кейсах. Будьте внимательны при просмотре предложенного видеоконтента. Каждое слово с хэштегом «профканикулы» обязательно появится в одном из роликов. Соберите фразу и отправьте в директ Instagram ФДПГРСУ и Telegram ФДПГРСУ. Это все о конкурсной составляющей. Громко заявляем, победителей, набравших большее количество баллов во всех наших активностях, ожидают ценные подарки.
Ведь так приятно получать к Рождеству подарки. Далее 5 января, день диалога. Нас ожидает блиц-опрос выпускников Купаловского университета. Можно познакомиться с личными историями их карьерного роста, определить собственные инструменты для конструирования профессионального пути. По секрету, не всему свету, а только для вас, выбравших наш университет. Топ-качество профессионала, топ-истории достижения успеха. 6 января в прямом эфире с трансляцией в YouTube и Instagram ФДП ГРСУ. Ссылку для подключения смотрите в ваших приглашениях. Подведем итоги 2 дней профканикул и наградим победителей наших активностей. Вы все еще задаетесь вопросами? Не знаете, кем быть? Где работать? Каковы перспективы? Какие возможности предоставляет наш университет? Подсмотреть и подслушать, получить совет, как сегодня говорят, вооружиться лайфхаками по определению профессиональной траектории – это о нашем проекте «Профканикулы». Ну что ж, Лиза, это все, что мы хотели сказать сегодня? В канун Рождества и Старого Нового года пожелаем теплых и уютных семейных вечеров, а также активных дней. Веселых вам каникул! До встречи в прямом эфире 6 января. Время подключения 11:00.